Всем доброго времени. В общем, показываю то, что получилось, но еще не в заточенном состоянии. Потому что я сегодня просто уже не успеваю ни по времени, ни сил больше нет. Такое ощущение, что сегодня день никогда не кончится. И вот, в общем, я, как обещал, показать вам то, что получится. Все-таки надо, наверное, с фонариком. Я тут взялся как-то свое видео посмотреть. И там как-то все слишком мутно. Наверное, свету нехватка. Вот. Ну, залапно, естественно. Вот я только что на последней стадии тут работал. Вот этот клепки полировал. Хотя не так блестящие получаются, но полировал, в общем. Это вот G10. Да. Клинышки в этот раз. Дюраль. Если честно, раз 10 уже пожалел, что дюраль поставил. Эх, я с ней наковырялся. Ладно, там бритвы были какие-то там особо стоящие. Там, не знаю, но вот из дюрали то еще занятие. Да и G10 меня не особо порадовало в обработке. Тоже та еще канительная штука-то. Вот так вот у меня. Сейчас еще чуток туговато ходит. Не покатались. Ну, если по хвату-то. Смотрите как. Тут два пальца легко. Тут два пальца легко. То есть под любой хват. Вот такие вот у меня штучки вышли. С ручками, как говорится. Дальше. Это, в принципе, то же самое, только G10. Синего цвета. У всех дюраль. У всех дюраль. Ну, в принципе, нормальная штука. Нормальная, но хлопотная уж очень. Вот видите, какая толщина у... Сейчас я покажу. У оправ. Ну, по твердости, то есть самое то для бритвы, самое то. Самое то. Ну, тут, наверное, показывать нет смысла. То есть они все одинакового размера, почти все. Так. Я вам еще показывал на клинках, какие там отличия. Вот, допустим, вот тут там закругленный был обушок. Тут видите, конусообразный. Вот. Тоже дюралька. Полированная, но ее, конечно, протереть бы не мешало. Чтобы она блеск весь выдала. В общем, тут вот я еще и пока весь в грязюке. То есть, как бы вот так вот. Через мобильник. Ориентация теряется, как бы, через мониторчик, когда смотрю. Так. Видите, у меня тут закругленный обушок и уже сосечки сверху. Они все чем-то обязательно отличаются. Все. Бритвы не заточены. Мне на это время нужно много, а сегодня его просто нет совсем. И тут коротышка. Давайте покажу разницу. Так, сейчас я вот так вот. Поклепку, наверное, лучше вот по задним. Во. Вот настолько она короче. Сейчас еще покажу разницу. Тоже дюралька. Так, по лезвиям. По лезвиям. Лучше, наверное, вот так показать. Вот настолько разница. То есть это коротышка у меня вышла. Как говорится, детский вариант. Ну как детский, не детский. Хват-то не детский совсем. Ну и в принципе маневренная вещица тут вышла.
То есть особо расстраиваться не буду, что она мне там трещину дала и пришлось ее укоротить. Такая нормальная, в общем, нормальная вещица вышла. Вот. Это вот с такими складными бритвами. С комиссори. Сама бритва комиссори готова. Также не заточена. Тоже черный G10. Вот так это все выглядит. В непротертом состоянии. Этот фонарь тоже блики дает, конечно. Я не знаю, как лучше снимать-то. Без фонаря темень. В общем, вот, в ручку она все-таки напросилась одеться. Единственное, что ни подставки, ни шкатулки, ничего под нее нет. У меня тут были запасные. Вот смотрите. Так, сейчас я без монитора вставлю, а то не понимаю. Все бы ничего, да? Все бы хорошо, но. Видите? То есть, если вот так бы, да, все в порядке. Но, сами понимаете, бритва должна упираться. А тут она вон выскакивает. Поэтому придется ее сейчас убрать. Даже не заточенной. Жалко, конечно. Ну, что делать? Потому что все должно быть правильно, иначе смысл. Кое-как, да как-нибудь. Ну, в общем, с новостями о бритвах все. О будущем загадывать не буду, уже побаиваюсь, потому что как загадаю, так обязательно что-то не получается. Завтра у меня с бритвами получается выходной. Я еду забирать координатный стол, который мне тут из Москвы отправили. Весь день потерян будет, потому что буду тут через всю область катить на авто. В общем, день в минус. Ну ничего страшного, в принципе, тоже развеюсь. Так что уже послезавтра я, значит, возьмусь за заточку и что-то буду думать вот с подставкой или, может, шкатулку даже посмотрю. Я не помню, может, у меня там на складе есть шкатулочка под комиссорию. Ну, видно будет. Ничего пока определенно по этому поводу не скажу. Вот, а на этом новости все, пожалуй. Благодарю за внимание. До свидания.